за то тебе платят, чтобы ты дурака валял. Видать, тебе эта работа не нужна. Тайлер, где моя машина? Не волнуйся, Уэйн, это угонять не будут. Вот как ты обращаешься с друзьями, Тайлер. Неудивительно, что команда тебя бросила. Вовсе не так все было. Они, небось, ждут тебя, не дождутся. Ваше идеальное ограбление обломалось. Вас ищут все копы Фортуны Уэйн. Меня ж теперь подводят мелких бандитов, чтобы как-то прожить. Я даже слышал, что МакАлистер сейчас работает на дом. А механик ваш? Бедный старина раз. Думаешь, они захотят тебя видеть? Тайлер, слушай меня. Я сейчас твой единственный друг. Ты отомстишь Наварро, и я верну себе свою машину. Но сперва наберись терпения. Понял? Скоро все сложится как надо. Значит, что это за сокровище? Теперь дуй назад, пока не уволил тебя нахрен. Наварро. Какого черта? Часики тикают, Вир. Или продашь казино, или мы его заберем. Отлично, поболтали. Хорошо покатался, Тейлор? Сейчас не время, парень. Когда сдавать карты, говорю я. 6 месяцев прошло. Вылезай. Если хоть чуть-чуть помял мою машину, поставлю тебя водить мусоровоз. Все, Тай, пора ехать домой.